Здорово. Доброе утро. С праздник вам. С праздником всех, да. Поздравляю. Так, что ты продаешь? Багет? Я багет, все хлеб дровяной печи сегодня. Багет, шабата, торт из персика, выпековый морс. Юрий Поляков общается с участниками кубанской ярмарки. Она традиционно развернулась на улице Горького. Манит прохожих ароматами и радует разнообразием. Со студентами Анапского колледжа сферы услуг практически спор, хватит ли сноровки для их блинной фантазии. Если на планы небесной канцелярии повлиять невозможно, то во всем остальном надо сделать так, чтобы празднику ничто не помешало. Значит, у меня просьба для такая. Сегодня праздник, день города, чтобы дыма не было, никакого шашлыка здесь не было. В сквере Гудовича от уже традиционных фотографий и шахмат до эффектных химических реакций гигантских улиток. Молодежный квартал становится все ярче с точки зрения разнообразия досуга. Это не фокус, а занимательная наука. Стенд одного из детских центров, который работает в городе-курорте. Там также живут такие вот гигантские улитки. Мы их просто выращиваем. Дети очень любят с ними общаться. Улитки любят общаться с детьми. Они общаются прикосновениями. Поэтому, если вы увидите сплетшихся между собой улиток, это их общение. Как рассказали в городском управлении по делам молодежи, от праздника к празднику число участников молодежного квартала увеличивается, как и гостей, любителей увлекательного времяпрепровождения на свежем воздухе. Для посетителей здесь все бесплатно. Наша молодежь очень заинтересована во всех этих мероприятиях. Им нравится, они увлечены, они всем этим занимаются. Спасибо. С праздником вас.